Всем привет, девочки, мальчики! Сегодня будем делать с вами вазу декоративную для наших кудрявых веточек, которые мы делали на даче. Они пока у меня сохнут, лежат. А вот, что нам для этого потребуется? Я взяла пузырь от бальзама для волос, срезала горлышко. Нам потребуется шпаклевка финишная, вот такая вот латексная, акриловая белая краска, колер того цвета, которым вы хотите сделать вазу. Я взяла вот такой вот орех, цвет орех, и акриловый лак. Жидкость для снятия лака, для того, чтобы обезжирить нашу будущую вазу. Кисти, шпатель, у меня резиновый. Может быть, понадобятся нам трафареты. Посмотрим, нужны будут, нет. Еще я из гипса сделала вот такие вот листочки мелкие. Посмотрим, будут они нам нужны в этой работе или нет. Ну что, давайте приступим. Для начала нам нужно обезжирить поверхность хорошенько нашего бобутыля. Для этого берем жидкость. И хорошо-хорошо обезжириваем. Дно тоже хорошо проводим. Так, все. Теперь берем шпаклевку. Набираем наш шпатель и наносим на нашу бутылку. Хорошо, чтобы не было никаких зазоров у нас, просвечивается. Не просвечивался основной цвет бутылки. Так, теперь возьмем любую кисть и попробуем нарисовать узоры. Мало шпаклевки, наносим еще. Шпаклевка сохнет где-то часа 4.
Всем привет! Ну что, продолжаем делать нашу вазу. Я беру эту краску. Вот, высохла наша ваза. Ну, правда, где-то с пробелами, но ничего страшного. Для первого раза это не так страшно. Но мне она нравится. Вот я навела краску. Вот бело-акриловая краска с добавлением колера. Получился вот такой вот цвет. Не знаю, такую делать. Еще я купила колер сиреневый. Может быть, сиреневый сделать? Не знаю. Ладно, попробуем покрасить это. Сохла она у меня, эта ваза, ну, шпаклевка, 2 дня. Но не потому, что она так долго сохла, а потому что я работала, мне некогда было ей заниматься. Ну, ничего так, пока нормально получается. Посмотрим, что дальше будем делать. Ну, короче, покрываем всю краской. Краску я чуть-чуть разбавила водой, чтобы она пожиже была. Покрываем и просушиваем. Ну что, пока сохнет наша ваза, займемся веточками. Вот такие вот они мне получились, небольшие, поэтому не очень кудрявые. Ну да ладно, так сойдет. Я вот приготовила вот такие вот шарики. Одеваю их на веточку и сейчас буду приклеивать на клей. Ну, где-то там в нужном месте нужно зафиксировать. Вот, еще приготовила искусственные цветочки. Вот это вот сейчас мы все отрежем, оно нам не надо. Они немного разные все, но ничего страшного, потому что мы все будем покрывать краской. Аэрозоль золотой. Вот, сейчас нагреется ему клей. Вот, уже нагрелся. Я вот здесь вот капаю и поднимаю. И в нужном месте он у меня зафиксируется. И уже не будет туда-сюда болтаться. На одном расстоянии не надо их приклеивать, на разном. Где-то, если останется клей, осторожненько снимаем. Готовые веточки откладываем в сторонку. Вот так вот получается. Даже не знаю, как показать. Вот такой вот букет у меня получился. Сейчас я пойду красить золотой краской. Сейчас покажу. Вот такой вот краской спрей. Золотая. Золотой металлик. Вот. Мне нравится. Вот такие вот веточки у меня получились. Я добавила еще, я в прошлый раз делала. Вот, вот столько вот штук. Сейчас я их отделю. Вот в прошлый раз я делала, ну, весной, наверное, еще. Вот я приклеивала сюда бусинки, красила ветки. Это у меня вот такие вот получились. Вот. Я их решила объединить. И получился вот такой вот красивый букет. Когда сделаем вазу, доделаем, посмотрим, как это будет вместе смотреться. Ну что, чуть-чуть подсохла наша ваза. Сейчас хочу кое-что попробовать сделать. Немножко сухой губкой пройтись. Так, берем и проходимся
сухой губкой. Ну что, завершила я работу. У меня, извиняюсь, были технические проблемы. Перестала снимать камера. Вырубилась. Покрыла я краской. Сверху прошлась еще золотой краской. И три слоя акрилового лака. Покрыла. Получилась вот такая вот вазочка. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.